По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич в пятницу. Еще пятеро получили ранения. Огонь по сослуживцам открыл сотрудник местного муниципалитета, который был убит в перестрелке с прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции. Полицейские сразу же зашли в здание и по звукам выстрелов смогли определить, на каком этаже действовал подозреваемый. Их было четверо, и они немедленно вступили с ним в перестрелку. И могу вам сказать, что эта перестрелка продолжалась между ними очень долго. Сперва сообщалось об 11 погибших, но один из раненых скончался по дороге в больницу. Тела убитых были обнаружены на всех трех этажах здания. Один человек был застрелен в автомобиле на стоянке. Мы услышали стрельбу и забаррикадировались в кабинетах, чтобы быть в безопасности. Я позвонила по номеру 911 службу спасения, чтобы они приехали как можно быстрее. По данным местных СМИ, стрельбу устроил 40-летний служащий городского отдела коммунальных услуг, проработавший здесь много лет. О причинах, побудивших его к подобным действиям, к настоящему времени неизвестно.